В квартире мог случиться взрыв. В Озерске местный житель принес домой боевой снаряд. Мужчина обнаружил в поле этот боеприпас и принес его к себе домой. На место незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии Челябинской области. На место незамедлительно прибыли сотрудники группы разминирования Росгвардии. Специалисты осмотрели находку и установили, что ей является 33-миллиметровый артиллерийский снаряд со следами коррозии. Опасности для жизни и здоровья граждан он не представляет. Для безопасности перед приездом Росгвардии жильцов дома вывели на улицу. Странным предметом оказался 33-миллиметровый артиллерийский снаряд со следами коррозии. Опасности для жизни он не представлял. Узнав об этом, жильцы вернулись в свои дома.